в мировом футболе, наверное, не так много таких примеров, но в ЛФЛ Дагестана. Ошибка в центре поля. Она может стоить многого. И Габалаев. Отличная его передача в касание. Делал ее Чингиз на Нурахметова. Габалаев решил пойти в штрафную. И, судя по всему, Нурахметов будет бить. Разбег. Нурахметов бьет выше ворот. Фланг правый. Четыре игрока, штрафной, подача, подача, момент опасный, еще удар, еще, и мяч каким-то чудом не оказывается. Тоже, да, был момент, когда он чуть было травму не получил. И удар, опасный мяч попадает в штангу. Это был Чингиз Агабалаев. Вот вам ответ Кина. И вот вам слаломный проход, выйдет к воротам, 1-1, надо забивать и открывать счет матча, не получается. Браво, браво, Абдрашидов. Магомед сегодня поймал. Что можно сказать о первом тайме? В первом тайме не было у нас прям пиршества опасных моментов. Удар 1-0! Выходит Имамат вперед. Зачем нам первый тайм, когда команды забивают в начале второго? Учите, распишитесь. Радик на вызов получает желтую карточку. О частях тела у нас зашла речь, а тут тем временем ногой, да, той самой частью тела, которую можно забивать. Имамат увидел. Рахмянов отдает голевую передачу. Вот смотрим. И как здорово, да, у Нурахметова все получилось. Быстрые два гола все решили, а тут и третий может... Нет, это уже повтор, прошу прощения. Это повтор. Решил протащить, как в лучшие свои годы. Не получилось. Вагиф Нурахметов. Ох, как увидел сейчас Вагиф. Удар выше ворот. И надо было забивать сейчас Иранову. Остается. И сейчас тоже. 51-я минута. Подача на дальний. Удар и гол. Как же завис сейчас в воздухе. Вот этот вот парень и в противо... Команды Кина, подача, пошли, нет никого, пошли, кроме Шуапова. Пошли, и давай бить. Агабалаев, Агабалаев будет бить, прямо попадает в Сайранова, своего же. Это штурм, вот это финальный навал от Кина, и можно нарваться на контратаку. Такое, наверное, мы с вами... И увидим. И четвертый. Да. Четвертый гол. Имамат забивает. И это уже все. О чем речь? Ну, об эпизодах, конечно. Пяточка прошла. Вагиф Нурахметов. Дальний удар. И на месте Магомедов. Это... Давай по цепочке, пожалуйста. Было? Я не видел. Он тебе сказал?